Извини, пидор. Ребят, ну чё, как говорится, продолжаю вместо того, чтобы подтягиваться, отжиматься, искать писечку, тратить на это свое время бесценное, которое мог совершенно на иные вещи потратить, да? Более бафающий забафающий в дальнейшем мою жизнь. Поэтому вот не будем тянуть кота за узда и сразу же включаем диалог. Так, это у нас, подожди, голосовой чат надо только, чтобы был. Все, поехали. Бубим, алло. Алло? Привет. Привет. Как ты себя чувствуешь? Заебись. Вот это мне нравится. А почему так интересно у Охуенно. тебя? Почему сразу же заебись прямо? Охуенно. Потому что ты выпила, что ли? Я не пью. Вообще не пьешь? Вообще. Даже со мной не выпьешь Только нюхаю. пару бутылочек вина? Нет, Фу. точнее, водки, как мой отец. Фу. А чё нюхаешь? Готова понюхать мои пятки? За 1000. Да Что-то вообще без мало. проблем. Прилетай. Ты где живешь? А ты где? 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 Ты где? А ты где? Ты Матвей? Ну да. Ага, ну пари тогда. А! Не, не так надо. Надо так. Я Матвей, я Матвей, я Сука, я больной, я не ручаюсь за себя. Бебе, бебе. Ты давно здесь? 2014-го. Бабка с ума сходит. Это с Не могу момента, себя контролировать. когда Я больной. Крым стал российским. Крым наш. Понял. Крымское вино вкусное, да. А ну так вы откуда есть-то? Опять вас С несколько. Крыма. Опять С вас Крыма. несколько. Нет, вы из Ростова, скорее всего, если вы Матвей. Нет, мы с Не Крыма. Угадал. Мы с Крыма. Ну откуда вы, алло? Волгоград. Ростовская область. Жирновск. А ты пидор? Да, я пидор. Вот с этого и надо было начинать. А, ты тоже? Да, теперь, когда Понятно познакомься, все. вы говорите пидор. Понятно все. Пидор. Нет, я не пидор, я лесбиянка. Я тоже. Фу, осуждаю. Ну ладно, приятно было, как обычно, вот общаться, общаться на высокоинтеллектуальные темы. Так вы мне и не признались, откуда вы. Ладно, поехали дальше, девочки и мальчики. Что-то долго никого нет. Видимо, я в теневом бане. Алло. Алло. Чё, смеешься? Вот так вот. Вот так вот быстро все у нас в этом мире заканчивается. Я говорю, тут чисто ради развлекух. Ради развлекух девочки сидят, а мальчики вот такие серьезные, как я, они ищут тьфу. Что-то я стал вот из-за этих таблеток все время говорится, ищут любовь всей своей оставшейся жизни. Что-то долго сегодня, реально. Странно. Алло, привет. Сколько вам лет? Опять вас несколько, да что ж такое? Нам больше 20. Да ёпта. Мальчик не дослушал, маленький. Видимо, тоже Матвейчик. Начинающий Матвей. Нет, мне не нравится, что сегодня очень долго все готовится. Алло. Привет. Привет, ты одна? Да. Я приеду? Да, давай, а ты откуда? Из Екатеринбурга. Алло. Чё, долго ехать, не выдержишь? Не дождешься? Дождусь, конечно. А ты откуда? Может, я прилечу на суперджете своем? На бизнес-джете? Я из Казахстана. Из Казахстана? Тем более. Мне Да. до границы с Казахстаном ну, 7-6 часов быстрым ходом. На Шесть, шесть. Тойоте Кэмри. Только тебе придется дойти до границы пешком. Ну или на велике можно доехать. Хорошо. Там пересечемся, да? Да, конечно. Где-нибудь в кустах перепихнемся, потому что, ну, терпеть придется столько. А тебе сколько лет?
А? А тебе 14. Ой, мне 14, а тебе? 14 лет, ну извиняюсь, это уже, я имею в виду, перепыхнемся, это, ну, как бы потолкаемся, ни больше, ни меньше, ой, извиняюсь, осуждаю. Мне 20 с лишним лет, 20 с лишним лет. Ты думаешь, мне меньше 20, что ли? Так молодо выгляжу, по-твоему? Я тебя даже не видела. Как не видела? Они Ну, видят, не а ты не видишь. ладно, давай через телефон вот так, как экстрасенс Потому показывает что тебя. привилегий нет, скорее всего, да? Привилегий нет. Какой? Тебе реально 14 лет, что ли? Ну да. Это я люблю. Я люблю, но Помогать закон не на моей стороне. А у вас возраст согласия в Казахстане со скольки лет? вон, как даже снимают беременную, 16 и ничего. Ну, то есть у вас тоже возраст согласия, наверное, ну, примерно плюс-минус 16, да? Или у вас скороспелые, как цыгане? Тебя как зовут? А? Катя. Катя? Ну, то есть ты русская. Ты хоть и Катя, живешь да. в Казахстане, но при этом русская. Там же полно русских, да? Особенно в северном Казахстане. Что? Старушка? Молодушка. Я говорю, русских полно у вас в северном Казахстане. Ну да. Особенно в Я-то сама северном русская. Казахстане. А ты где живешь? В каком городе? В Караганде? Алматы. Алматы нет. Почему не в Нур-Султане? Алло. Алматы или Астана, я не помню. Не в Короче, Нур-Султане, этом Розенбаеве или как его там, Нузанбаев, Вызанбаев, Газанбаев, Шизанбаев, Балунбаев, Галанбаев. Было уже? Нур-Султан переделали в Астану. В Сатану. Да я знаю, что Астана. столица. А ты верующая? Я тоже. Уважаю. Уважаю. Ну, 14 лет. 14 лет все-таки мы с тобой не сможем встречаться. Хотя из Екатеринбурга, ты из этой... Откуда ты? Из Алматы или откуда, я забыл уже. А? Тебе сколько? Ну, 20 с Тебе лишним. сколько? 20 с лишним лет, я же сказал. Я забыла. Это называется бесперспективняк, одним словом. Ну, хотя, еще раз повторю, я такой возраст уважаю, положительно к нему отношусь. Но если очень много так заигрываться с вашим возрастом, то можно на 6 лет лишиться свободы, а то и больше. Так что с вами можно только за ручку ходить и целовать в руку. Хотя нет, даже целовать нельзя. В дырку в носу. В дырку в носу или в дырку в ухе. Дырка на сумке, раздайте, что? А я... За остальное уже закон мне не позволит взяться. Ну ладно, пока, а то тут все-таки 131-я статья, не так далеко. Пока-пока. Моя Пока, будущая никто. Ребята, ну что, еще будем искать пригодняшку, нет? Алло? привет. Приветик. Хочешь послушать, как мой дедушка будет петь на английском песню? Будет петь, то есть он еще не пел, а я уже могу послушать, да? То есть в будущее зайти. Сейчас он может спеть песню. Хочешь послушать? А ты из Екатеринбурга, если, то приезжай. Нет,
Он сейчас будет петь, а ты просто будешь слушать. Он тут дома, у нас все гости собрались, и он хочет петь на английском песню. Да, нет, пусть в следующему собеседнику. Я-то думал, что ты из Екатеринбурга, что ты моей будущей женой станешь. Так-то сама понимаешь. Дедушка не одобрит такого этого поведения. Дедушка не одобряется. Дизлайк. Алло? Да, алло. Добрый день, девчушка. Добрый. Тебе сколько лет? 20. Значит, это уже не девчушка, это уже девушка, да? Или ты уже женщина? Ну да, девушка. Девушка, это хорошо. Я уважаю девушек. А ты откуда? Ну, спасибо. Из Екатеринбурга? Нет. Странно. По геолокации, почему странно? По геолокации показывает, что ЕКБ. Где это? Ошибка, видимо. Ошибка Может? Системы. Ты голосовала да. сегодня? Что? Ты сегодня голосовала? Нет. А вчера? Или позавчера? Я голосовала где-то месяц назад. Месяц назад, а выборы начались у нас 15 числа только. Сегодня 17-е. Ты заранее? Заранее? У меня сегодня праздник. Ну, последний день выборов у всей страны праздник. Судьба Нет, у меня... скоро. Что у меня день рождения сегодня. Юбилей? Да. Поздравляю, но ты не из Екатеринбурга. Это жалко. Спасибо. Ну, какая разница, откуда? Ну, главное, что мы все люди. Нет, и просто ты бы сейчас приехала ко мне домой, мы бы потрахались, а так-то что? Я бы тебя поздравил. Спасибо, конечно. Ну, это действительно большая проблема. Ну, откуда ты? Может, прилетишь? А? Я тебе оплачу билет. Измир, говори. Алло. Измир? Это Кавказ, что ли, где-то? Это даже не Россия, боже. Это Турция. С ума сойти. Слушай. Дорогой билетик будет. Мне не хватит. Я просто сижу дома, ничего не делаю, безработный, в PUBG играю. Такой, тоже бесперспективный. Я это слово люблю. Ну сегодня. Да. Как там у вас выборы происходят? Что там, пошел голосовать? Я просто не заметил вначале, что у тебя, что ты, ну, с небольшим акцентом, мягко скажем. Не, я не пошел. Я не пошел. Ну да, я, наверное, плохо говорю. Да я думал, ты пьяная просто вначале. Я вообще не пью. А оказывается, что это акцент. Слушай, я, если честно, люблю такую экзотику. Мне даже вот кажется, что прикольно было бы, если бы у меня жена была турчанкой. Mm-hmm. Вот я вот екатеринбуржец из России, а жена турчанка. Тем более у вас наверняка там... такие устои, да, что пригодных много девушек. А такое возможно? Ну, если ты прилетишь за свои деньги, потому что у меня-то денег не хватит на билет. Там дело не в этом. 1015, я думаю, рублей или даже 30. А в чем дело? Дело не в этом. Ну, просто, ну, у тебя же, ну, вроде другая религия. Ну, разве это возможно? Ничего страшного. У нас будет межконфессиональный, межрелигиозный брак с тобой. Мезальянс. Нет, мезальянс у нас не будет, мы с тобой равны. Равный брак будет с разными религиями. Ой, да, представляю потом, какие дети будут. Прекрасные дети в модельном бизнесе будут, я думаю, впоследствии. Ой, даже забыла спросить, сколько тебе лет. Это называется смесь бульдога с носорогом. Мне 20 с лишним лет. Ну, можно сказать, примерно как тебе. А, ну, тогда ты очень молод, и я думаю, что... Что? Тебе не до детей. Детей подождут. Да почему? Не-не-не-не-не. Мне уже сейчас нужны Слушай, дети. Мне уже сейчас нужны не, дети. Не... И срочно нужна пригодная девушка для их рождения. Нет, тебе только 20. Думаю, рано. Я готов к семье уже очень сильно. И к тебе готов. Ну ты же не работаешь. Самое как главное, готов? Что я готов к тебе. А как тебя, кстати, зовут, Ой. Если ты турчанка? Зара. Зара? А это же азербайджанское имя.
Ну, азербайджанцы и турки – это же почти один народ. Прям вообще один в один. Ничем не Да, отличимый. так же, как и вы с Белоруссией. Ну, слушай, мне нравится даже Как твое тебя имя. зовут? Саша зовут. Саша? Да. Александр? Yes. Ну, нормально. Александр Зара подходит. Ну да, подходит. Ну. Ну чё, когда прилетишь? Проси билеты у родственников. Будем свататься, или как это все называется, устраивать тут. Так ты в каком городе? Екатеринбург. О, классно! Как там? Узнаешь, Красиво? узнаешь. Да, хороший, богатый, как Тюмень город, только при этом миллионник. У нас тут Ой. метро есть, у нас все офигенно тут. Да, мой брат учится, как раз собиралась летом. ВКБ, что ли, прям? На, прям там. Ну, слушай, надо с тобой обменяться контактами, и мы с тобой летом пересечемся. Тем более, ты хорошо русский знаешь. И мне как раз жена нужна очень. А работа, не работа, это как бы не важно. Да я сама работаю, ничего. Я буду работать за двоих. Нет, мы будем работать, это дело не за двоих, а каждый сам за себя. Но только вот, когда встретимся, и у нас что-то серьезное уже начнется. Тогда типа надо устроиться на работу. Мотивации нет. Когда нету жены, нет будущей жены, то и нет мотивации, собственно говоря. Вот когда появится, когда ты замаячишь на горизонте реальной жизни, как бы не онлайн, Слушай, офлайн, тогда. А? у вас там кучу красивых девушек. Согласен. Согласен. И Вот даже все вот в моем мечтают. районе, даже в моем районе выйдешь, как бы и ходят вполне себе классные девчонки. Ну да, типа пора жениться на одних из них. Нет. Ну, пора. Раз мы с тобой сейчас общаемся, так значит, это судьба. Я должен жениться на тебе. Ты должна выйти за меня замуж, раз ты Зара. Я люблю Слушай, экзотику, я тебе Сон, только что сказал. ты даже меня не видел, Катя сразу же. Ну, почувствовать-то я имею право. Ну, не видел, но почувствовать, что шансы имеются. Шансы имеются. А где у тебя брат учится? Ну, в твоем городе, не знаю где. Он не Я не рассказывал. спросил. Это родной брат или вы всех братьев? Вы всех братьями Родной брат. называете? Ну, прекрасно. А на кого он учится, тоже не знаешь? Программиста. Просто мне нужен архитектор. А, программист. Ну, понятно. Да ему только 18. Ну, умен он не по годам, да, судя по выбору специальности. Ну, ты где есть? ВКонтакте есть? В Телеграме есть? Конечно, есть. В Телеграме есть, в WhatsApp есть, в Facebook есть. Да везде есть. Ну давай тогда будем действовать с тобой, обменяемся контактами, посмотрим друг на друга хоть. Ну ладно, пошли в Телеграм. Сейчас я тебя найду. Обожди только, ладно, я сейчас приду, я за телефоном скажу. Ты куда? Алло. Мой ник в Телеграме, но это тебе долго придется его записывать-то. Мне проще тебя найти, Почему? потому что там У очень тебя много же единиц. дневной, что ли? Единиц очень много. Я даже не знаю сколько. Сейчас, ладно. Ну, Ну и что, найду? твои дела, ладно. Какой Денис? Какой Денис? Я не сказал Денис. Вводи Алекс, нижнее А! подчеркивание. А собачка нету, что ли, для начала? Ну, собачка, понятное дело, что есть. Ладно, можно и без нее шводить найдется. Нет, без нее нельзя. И теперь нижнее подчеркивание после Алекс. Это английские буквы, что ли? Конечно, да. А с большой буквы, да? Не-не-не, с маленькой. Это А, ник в Телеграме. извини. Алекс. Все, да? Нижнее подчеркивание, и дальше будет очень много единиц. Надо сосчитать сколько. Сейчас, подожди. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Ух ты, 13 единиц, Саш. Вводи. Что значит единица? Это что? Значит, один, 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 и так 13 раз. 13 раз так.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, не знаю, 13. Ух ты! А так тут есть парень, там сзади него какая-то Это я, башня. это там единственный такой неповторимый. Это не башня, а жилой комплекс Воробьёвы горы. А, Денис, как и учил брови. Чё говоришь? Такие густые. При чем здесь Денис? У меня не то, что густые брови, у меня еще монобровь есть. Но это ладно, это скорее. А ты случайно не с Востока? У тебя такая внешность? На нашу похож. На ваш похож. Ну, есть у меня корни. Как говорится, не Ну. нашинские, не российские. Но монобровь, как бы, у россиян нету моноброви. Ну, не знаю, для меня русские это как бы голубоглазые, что ли. Но нету у меня голубых глаз. Ну, я знаю, что у вас там не у всех голубых глаз. Ничего страшного. Серо-зеленые у меня глаза. Я люблю голубые глаза, зеленые глаза люблю. Но у меня больше серые, чем зеленые. От папы серый, от мамы примесь зеленого такого. Ну, не явного, не яркого. А у тебя какие глаза карие, да? Откуда знаешь? Ну, у вас в основном карие глаза. О, ты У написала. кого? Ну, У нас там? у вас. Нам даже сказать, что он темнокожий, типа того, да? Так, ну я вижу твою фотку. Да что зайка? У тебя такие большие глаза, классные, голубые, значит, ошибся, да? Я написала привет. Да я вижу, вижу, тут заяц. Все я И вижу. где ты видел голубые глаза? У зайца. Ну, это не я точно. Ну ты похожа на зайца, на этого? Ну хотя нет, я Нет. сказала точно, нет, значит не похоже. Логично, да? Каждый человек достоин счастья, каким бы он ни был. Ой, ну да. Разве нет? Ну не то чтобы достоин, недостоин. Ага. Слушай, я тебе написала привет, ты тоже напиши привет. Ну я прочитал. Записывать видео? Ладно, не буду тебя стращать. Ну напишу привет. Ну, пиши видео. Ну я написал привет, этого достаточно тебе? Ну вот у меня такая Ну, замечательная внешность. Вот так вот я сижу в наушниках. Сейчас это я тебе записываю. И фу, сзади что меня собака за лежит. собака? И стул. Стул, кстати, классный. Один такой стульчик стоит 4000 рублей. Ну все, можешь смотреть меня. Вот только Ой-ой-ой. то, что я тебе только что записал, это вот я. Ну так, к внешности сильно не привязывайся. Влюбляться во внешность Слушай, это глупости. при чем тут внешность? Мне без разницы. Ты что-то похож на моего одноклассника. Точная копия. Нифига себе. Собачка. Нифига себе. Собаку там, наверное, особо не видно. Но она тут у меня. Собачка красивая. Красивая собачка, да. Овчарка французская. Девочка, мальчик. Ну, девочка в преклонном возрасте, скажем так. Бабушка уже. Бабушка. Да. Ну. Что? Отважишься себя скинуть? А может быть, я некрасивая? А может быть, ты красивая? Что за негативный настрой? Моя жена, Ага. будущее, все-таки. Ну. Все серьезно? Все пригодно? Ладно, я тут отключаю. Ладно, я надеюсь, что она не договорила и хотела сказать, что я тут отключаюсь и тебе в телеге заряжу. Заряжу винтовку. И чтоб я на нее тоже зарядил. Ладно, не будем там. Опять эти теневые баны. Ну вот, друзья, и такое случается. Ну, такое. Это, разумеется, все тоже несерьезное. Что бы я там ни задвигал, понятное дело, ничего
из этого с вероятностью 99,99% ну, не состоится, не будет, не выйдет. Так что не будем переоценивать. И напомним, как кто-то писал в комментариях, да, под предыдущим видео про эту же рулеточку. Это же рулетка называется. Что девки, они в основном хотят просто убить время, так вот, поразвлекаться, развлекайте меня, развлекайте. Они к чему серьезному, они, как и в принципе по жизни, да, в базе своей, не готовы сейчас пожить. Кстати, я, наверное, в трусах своих засветился, да, в семейных. Сейчас, подождите, я гранту закрою, вытащу, точнее, собаку. Сейчас. Вот я, не засветился. Труселях семейных. Ну что еще? Последний бой, он трудный самый, последний раз. Ну хотя, мало, наверное, еще все это длится. Давайте еще поразвлекаю вас, уважаемых зрителей, уважаемых подписчиков, которых, конечно, крайне мало. Это не серьезно. Алло. И снова у вас несколько. Привет, у тебя сексуальный голос весьма. Привет, Даун. Так. Сексуальный голос. Алло. Привет, алло. Привет, вас тоже там несколько, да, сидит? Гарем? Что? Я не слышу вообще ничего. Давай заново. Вас, привет, вас тоже там несколько сидит? Гарем, что ли? Алло. Алло. Ну ты что, опять не слышишь, что ли? Еще раз повторить? Да. Слушай, мне лень. Ну мне тоже, ну давай повторяй. Давай повторяй. Ты такая смехотливая девчонка, мне уже нравится. А ты откуда? Из Турции? Из Новосибирска. Да, конечно. Из Новосибирска? Или из Новослободска? Из Москвы, я. Или из Новоуткинска? А, из Москвы. Из Москвы. А где, да. А где говор московский? Как сказать? Ну, мне вот вообще-то так вот говорить. Я не знаю ничего. Я из Москвы, мне 7 лет. Ай, опять эти шутки ваши тупые, девчачьи. Ваши шутки не смешные, девушки. Научитесь уже, девочки, нормально шутить. Ладно, тогда нормальную шутку. Давай. Я работаю в КВН, и тебя заберут скоро. Все, давай, чао. Где ты работаешь? Блин, я не услышал, что она там сказала. Я работаю в VPN, что ли? Она работает в VPN. Давайте дальше. Алло? Привет. Приветик. Как дела? Нормально. Ты устала или нет? Норм у тебя все? Все хорошо. А то от общения часто люди устают, тем более уж от общения вот здесь. Но чувствуется, что все-таки, наверное, устала очень. Алло? Скинешь 10 рублей? Всего лишь 10 рублей? Ну, если ты свою фотку без трусов скинешь, то, конечно, скину я тебе 10 рублей. Да, давай. Давай. Ну? Скажешь свой ТГ? Конечно. Если ты мне позвонишь по видеосвязи, там... В общем, в течение, наверное, месяца будешь каждый день со мной созваниваться, да, вот эти вот так называемые голые собеседования, голые встречи онлайн, то я готов тебе 10 рублей заплатить. Готова на это? Также ты должна Нет. будешь прилететь ко мне в Екатеринбург после этого месяца онлайн-встречи. Уже будем с тобой в офлайн. Ну, видите, они все настолько вот как бы вот распыляются, и также у них и в переписках этих бесконечных, что везде по чуть-чуть, а до дела не дойдет. Это вот как кто? Как Полиночка наша любимая с вами из предыдущих видео про ВК-знакомство. Все, последний раз. Я, если честно, немножко подустал. Жду от вас вашего взаимодействия, ваших комментариев. Ну, это реально, это несерьезно. Там 1000 с лишним подписчиков, как бы... С ума с этим можно. Да, все-таки она скинула. Вам показать, как она выглядит на всеобщее обозрение или нет? Или еще будем в дальнейшем? Алло, привет. А?
Я говорю, или еще бы в дальнейшем с тобой... А вас не слышно. Так ты только что спросила, а? Ага, чё? Значит, ты меня слышишь? Ты дуркуешь, ты делаешь вид? Дуркую? Yes, of course. Ну ладно. Перестань дурковать, давай все по-серьезки будем с тобой общаться. Все-таки мне уже больше 20 лет. Я тут не просто так похихикать. Я жену себе ищу, пригодную. А зачем ты здесь? Вот я тебе только что сказал. Или ты так продолжаешь дурковать? Да нет, подруга отвлекает. Ну ладно, ничего страшного. Шанс уже в два раза увеличен. А ты откуда? Из Ставрополя, а ты? У меня в Ставрополе живет двоюродная бабушка, которой 90 с лишним лет, и у нее отжали квартиру черные риэлторы. Black вот, риэлтор. Риэлторс. А я из ЕКБ. У тебя тут тоже двоюродная бабушка живет? Везде родственники. Повсюду. Но в ЕКБ-то есть, чтобы какие-то ниточки были? Нету? Ну, везде, кроме ЕКБ. Ну, значит, нам придется с тобой соединяться, подтягивать эти ниточки красные из Ставрополя в ЕКБ. Ты готова со мной соединиться? А почему не наоборот? Родственные связи, все такое. Семья. Дети. Почему не наоборот? Потому что у меня денег нет. До Ставрополь лететь. Ну и даже не столько денег, сколько времени. Ну или даже не столько времени, сколько сил. У меня времени тоже нет. А сколько тебе лет? Ну 20 с лишним лет мне. А тебе? Ну 20 с лишним. Это 29 или 20 с половиной? 20 с половиной. А тебе сколько? Мне 21. Ну, у нас нормально совпадение. Да даже если бы мне было 29, какая разница? 21 и 29, по-моему, вполне себе сопоставимо адекватный возраст. Или ты так не считаешь? Ты считаешь, что должна быть разница минимальная? Ну, для всех по-разному просто. Ну, а ты как считаешь? Ну, возраст это не самое главное, поэтому... Да вот именно. Я вообще даже не думаю, что лишний раз нужно спрашивать об этом. Главное не возраст, а что именно? И в чем? А что в голове в этом возрасте, да. Что и в чем главное? Главное. Угу. Ты имеешь в виду в семейной жизни? Нет, я вообще имею в виду, что в голове в этом возрасте. Ой, у меня в голове такие вещи, что... Обалдеть просто. Обалдеть. Что творится? Ты даже не представляешь. А ты готова? Вот, я тебе оплачу даже потом по факту билеты прилететь ко мне в ЕКБ. Время, не важно. Мы с тобой... Ну, честно сказать, нет. Мы с тобой будем... Ну, что ж, нет. Мы с тобой будем встречаться, семейную жизнь устраивать. Или ты думаешь в Ставрополе найти... какого-нибудь пацанчика себе. Я, в принципе, ничего пока не думаю. В первую очередь. Это не главное. Ну, потому что предложение от меня не поступало, поэтому не думал. А сейчас я тебе делаю предложение все-таки, что, ну, пригоняй в ЕКБ, замутим с тобой роман. Как называется этот роман? Это как... Не служебный роман, а наоборот. Екатеринбургский. Отдыхальческий роман, да. Да. А чё нет? У тебя были когда-нибудь отношения, романы? Один раз были. Серьёзные? Или так? Ну так. А секс был уже в них? Чё такого? Шо? 21 год, как бы, ну, задал вопрос, как бы, не 5 же лет девочке, не 14, не 7, как там было в шутках-прибудках до этого. В общем, ребят, я могу еще общаться там. Это слишком долгое видео выйдет, а потом окажется, что там у меня звука нет. И придется дублировать. Режиссера дубляжа позвать, короче, и он мне будет там договаривать какой-нибудь охлобыстина, чтобы там мультяшным голосом там
рассказал. Сейчас, подождите, соплюшки собью, как сосульки забивают. Ну, давайте последний раз, честно, потому что, ну, вам просто уже... Во-первых, на меня посмотрите, вы уже соскучились, я чувствую. Уже мой лоб, там, мой... Моя же... Мой лоб, моя жизнь. Мой лоб, мои правила. Я считаю, да, что вообще надо себя настолько увеличить. Свои зубки, свою нижнюю челюсть. Обалденную. Чувствуете, да? Тут я потратил ту его кучу бабок, чтобы добиться такого эффекта, а тут он, тут пока зажмутил. Ну, сами понимаете, сижу целыми днями в PUBG играю. Поэтому мне нужна баба, девка, чтобы как бы это... Сами понимаете, мотивации у меня нет. У меня полностью отсутствует, напрочь отсутствует мотивация сейчас. Сами понимаете, к дальнейшим развитиям. Ради кого-то надо жить, не ради себя, а ради кого-то. Я считаю, я искренне убежден в этом. Поехали дальше. Алло? Здравствуйте. Привет, привет. Окей. Алло? Алло? Привет. Приветик. Что делаешь? Смотрю на себя в веб-камеру. Хорошее дело. Ну? А ты что делаешь? Наверное, со мной общаешься или чем-то еще параллельно занимаешься? С тобой общаюсь. Сижу на постели. Держу телефон. Отлично. А в чем сидишь? В трусах? Или одета? В одних трусах. Полностью. А, в трусах. Я тоже в трусах, в семейниках, короче, сижу. И в футболке, в розовой такой. Ну, не розовой, с полосками. Не, я в одних трусах и все. Лифчик есть на тебе? Нет, я не ношу лифчик. Ну, тупо в футболке, да? Или вообще голышом? Просто? Типа в одних трусах. Просто голая сидишь в одних трусах, да? Да. И тебе не стыдно? Ты со мной общаешься ты несколько секунд, и уже вот так вот, в таком образе передо мной? Так быстро все. Мне не стыдно, я нудист. Если бы у меня не было месячных, я бы была и без трусов. Ты как моя любимая Оля Бузова. Она тоже любит дома без трусов гонять. Я в этом году хочу на нудистский пляж. А ты не хочешь лучше ко мне в квартиру, чем такой ерундой заниматься? Там разделимся. А тебе сколько годиков? 20 с лишним лет. А тебе сколько годиков? 17. По кайфу вообще. Что? По кайфу вообще, говорю. Ну да. Ты голая будешь, я голый. Но я, хоть тебе 17 лет, но я думаю, ты уже разбираешься, что в таких случаях делают обычно. Куда что совать, что держать и так далее. Ну, голый, голый, ходи, пожалуйста. И все, ты будешь ходить вот так вот, да, за мной, голая. Дома. Я не буду ходить за тобой, я буду заниматься своими делами. Это не серьезно. Ну нахрен ты нужна, тогда мне тут своими делами заниматься. Я тебя приглашаю, чтобы трахаться, а ты тут будешь делами заниматься. Ни хрена себе, с такой скучной миной, да? Там эти свои бизнесы выстраивать и так далее. Как это? Нравится мне, когда ты голая по квартире ходишь. Mm-hmm. Как тебя зовут? Полина. Прекрасно. И голос у тебя милый. А из какого ты города? Подмосковье. Полиночка. Подмосковье? Я с Москвы. А ты? Я с Москвы. Город какой у тебя Подмосковье? Ну или местность? Красногорский район. Да? Ну хотя бы не Восток. Уже что-то интересно. А ты не в частном секторе живешь, нет? Не в коттедже? Ну, когда я с родителями, у нас частный дом, деревня, можно сказать, в посёлке. Сейчас я в общаге при колледже. Классно, что тебе дали общагу, хотя ты из Московской области. В некоторых пожёстче колледжах и универах там. Надо из другой области быть. А чё, на кого учишься, где? Педагог, воспитатель. Наверное, у вас там парней вообще нет, да, в группе? Но хочу потом поступить на психолога и работать в Мурманске с северной стороны. Что у тебя резко так все? В лагерь.
резко так все, чтобы там у тебя было. Ты любишь зэков? Да? Сейчас в МД-кругах идет такая теория, что девки любят всяких сидельцев, отморозков, мудаков, а хороших мальчиков не любят. Да. Это правда? Это Ну, правда. это точнее, это твоя правда? Она созвучна с Это тобой? жизненная правда. Это жизненная правда. Ну, это так-то прекрасно, это прекрасно. Хорошим мальчикам все будут просто дружить. Это очень А плохим хорошо. будут и любить. Это очень хорошо. А со мной ты будешь ходить голая сразу же, вот как только мы встретимся. Я подумаю. Я подумаю. Но это не в ближайшее время, к сожалению. А у тебя были отношения? У меня были отношения довольно-таки печальные. Бля, почему печально? Что случилось? Мне очень хорошо помотали нервы, у меня были седые волосы в мои 15-16 лет. Угу. Ну и еще я потратила на эти отношения финансы. Ну, видишь, это ты связалась, получается, с мудаком, да? С уголовником. А, ну это твоя тема вообще, значит, я понял. Прям вот то, о чем я говорил, да? Тебя МД движение назовет непригодной. Сразу же предупреждаю. Ты берегись. Но я не вхожу в МД движение. У меня свои движения. Да, кстати, я пока еще не сидел. Но если бы тебе было 15 лет, я бы тебя выебал и сел бы. И стал бы уголовником. Только ради тебя, чтобы тебе понравиться. Задним числом. Ты бы не сел. Почему? Ты бы меня не сдала? Я ни одного из своих партнеров не сдавала. Я лишилась девственности в 14 лет. У меня были мальчики всем, кому больше 25. Это круто, блин. То есть разница в возрасте, ну сколько максимум была разница в возрасте? Вот это вот мне нравится беседа. А мой максимум 39 минус 15. Сколько будет? Ля. Ты думаешь, я считаю хорошо? 14, наверное. Ну это я так от балды сказал. Нет, 39 минус 15. 24. 24, наверное. 24. Охуеть. Охуеть. И он тоже уголовником был? Нет. Блин. Ну видишь, я тоже не уголовник, так что у тебя как бы ты будешь чередовать уголовник, не уголовник, уголовник, не уголовник. А размер члена как для тебя, какую это самое роль имеет? Важен, не важен? Чем меньше, тем лучше. У тебя там узко, тесно? Я люблю сосать. Да, интересно, интересно. Ты знаешь лайфхак такой, что надо делать, чтобы глубоко затащить член в рот? Я не люблю делать глубокий, но я знаю, что есть смазка для горлового минета. Да, там она специально все это успокаивает. Ну, в общем, ты продвинутая, прокачанная девчонка. Без комплексов в этом плане, мне это нравится. Но в ближайшее время мы с тобой встретиться и пересечься не сможем, к сожалению. Я сейчас на данный момент не в Москве. Ну, давай, что ли, с тобой спишемся где-нибудь в Телеграм. каких-нибудь там соцсетях, типа ВК или Телеге. Давай, Диктовать Телеграм. диктуй. Собака. Не, давай лучше я свой продиктую, ты мой найди, ладно? Диктуй. Собака Алекс. Здесь собака. Алекс большой с Нет, маленькой. с маленькой. А Лекс. Нижнее подчеркивание. Да. И 13 единиц. То есть 1, 1, 1, 1, 13 1, 1, единиц? 1, и так 13 раз, да. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. И что у тебя написано? Алекс, да? Да, имя Алекс. Ну, это, наверное, ты. Я не знаю, что ты там самое. Ну, я один там такой. А ты Арчи? Да, Арчи. А почему Арчи? Я Арчи. Как будто кличка. Тебя же не Арчи зовут. Меня зовут Полина, но я себя называю Арчи. Ну просто это как будто кличка у собачки. Ой, ни хрена себе у тебя тут фотки.
Конь лишь сосет у лошади. Это же ребенок у мамы молоко пьет. А, ну, немножко, видишь, я подпорчен. Но не тюрьмой. Ну, слушай, у тебя, блин, фоток нет тут твоих. Что ты скрываешь, Да, что ли? я фото. Я вот свои не скрываю, например. Мне нечего скрывать. Ну, скинь свою, там, либо кружочек, либо фотки. Ясно. Чё, не можешь найти подходящую? Я не скидываю фото, я тебе сказала. Блин, ты так тихо сказала, что этого не было слышно. А почему ты не скидываешь? По какой причине? Просто. Но как я вообще могу? Я ж не имею о тебе представления, о твоей внешности. Как есть. Как мы будем с тобой пересекаться и трахаться через несколько месяцев в Москве? Это Может, тоже... мы не будем Это трахаться? будет пальцем в небо? Но мы только что до этого с тобой договорились, что мы будем трахаться. И ты будешь у меня Если дома... вдруг... Дома без трусов будешь у меня гулять. Да что такого? Я не понимаю. Ничего там такого нет, не надо бояться. Конечно. Я понимаю, что я не уголовник, но... Все поправимо, Полина. В этой жизни. Не надо это исправлять. Не, ну вообще я бы тебя бы трахнул жестко. Я чувствую по голосу, что ты красивая. Я не люблю жесткий секс. Я неженка. Да, я понимаю, потому что и так можно все там это дело разорвать. Ну ладно, чё, я не знаю даже, что с тобой делать, фотки ты отказываешься скидывать, сексом ты не хочешь заниматься, то есть ты как бы это, у тебя аскеза на секс сейчас, да? Чего? У тебя аскеза на секс? Это что такое? Ну, типа сейчас модно так, что ты себя заставляешь тупо некоторое время длительное не заниматься сексом, воздержание, воздержание это еще Нет. называется, в той же МД среде. У меня недавно секс был. Класс. Сколько дней назад? Пару дней? Сегодня 17-е. Позавчера. А у тебя, кстати, групповуха была уже? Нет, я не люблю групповую. Я люблю один на один. Ну, слушай, в этом плане традиционно, да? А анал был? Был, мне не нравится, поэтому не даю. Блин, фигово, фигово, конечно, Полина, что... То есть у тебя и там узко, ну хотя бы рот более-менее, что как бы рабочий, что называется, да? Поэтому ты ими нет любишь. Акунь не любишь? 50 на 50, я от них не кайфую. Да? Может, неправильно делают? Может. А почему ты не кайфуешь? Интересно, на самом деле, вот в чем причина? Просто мне больше нравится делать самое приятное. А этот самый 69 было? Было, но мне не нравится тоже. Что-то тебе вообще ничего толком не нравится, кроме минета, походу, да? Наверное, Да. тебя нормально ни разу не ебли в жизни. Не с теми связывалось. Все-таки уголовники, они ебаться не умеют, у них там. Они только друг дружку трахают. Ну ладно. В общем. Ну, скинь фотку-то свою, что ты боишься? Я понимаю, что недотрога, все такое. Я даже, может, сегодня подрочу на нее. Трунь. Буду представлять, что мой член в твоем рту, что ты мне сосешь глубоко. Понятно. Понятно, приятно. Но фотки ты при этом все еще отказываешься скидывать. У тебя запрет. У тебя аскеза на секс и на скидывание фоток. Ну что, пересечемся с тобой в Москве? Давай. Может быть, когда-нибудь. Да не может быть когда-нибудь, а в мае мы пересечемся. Не может быть, а давай.
Не дуркуй. Кальян любишь? Кого? Кальян. Не знаю. Ни разу не курила, что ли? Что значит не знаю? Курила. Ну, сейчас я пока подзавязала с курением. У меня астма, я задыхаюсь. Понятно, я тебя вылечу. А как ты относишься к сексу на первом же свидании, при первой же встрече? Отрицательно. Отрицательно, серьезно? Почему? Мне вначале надо узнать человека, с ним пообщаться, погулять. Мы с тобой, блядь, 15 минут уже общаемся. Это не то. А кто это, как значит? Расшифруй. Ну, при встрече, погулять, пообщаться, мило посидеть, пить там чай, кофе. Но это же может быть все одним днем посидеть, пообщаться, погулять, поболтать, покурить кальян и под вечер уже пойти потрахаться нормально. Нет. Как нет-то? А в чем прикол? Обязательно нужно выжидать следующего дня и только на следующий день, да? Да. Когда месячные пройдут. Да. Ну, Полина, ты забавная, конечно. Ну, не забавнее меня, но приятно было с тобой, наверное, побеседовать, с одной стороны, но... Давай, я тебе там напишу, возможно, в мае. Может, у тебя как раз овуляция в этот день начнется, и ты вообще обо мне вспомнишь. Но я не думаю, что ты обо мне вспомнишь, что ты постоянно со всеми общаешься, там, сям, секс, передекция, возможно, даже я с тобой там состыкнусь. Ну, ты меня запомни, знаешь как? Вот смотри. Запомни меня, я Александр, запомни, иди, блядь, Ваня. Я вставлю твой член на первом свидании в рот. Ладно, ребят, извините, конечно, что немножко такая пошлятинка была, но и вот такое вот бывает, иногда бывает и такое. Я просто к тому все это дело, да, производил, чтобы вы как бы к девушкам относились... Ну, так же, как вы относитесь к себе, и там, так же, как вы относитесь к своим друзьям. Вы же можете спокойно с собой разговаривать, ну, там, тет-а-тет на интимные темы, да? С друзьями своими, даже некоторые выпендриваются этим делом. Вот так же спокойно, просто не каждый за это возьмется, вы можете с девушками базарить на сексуал темы. Такие вот делишки. А нравится, не нравится... Мы знаем, терпимое касается, спимое касается. Это вообще, как бы, по большому счету, вас волновать не должно. Ну все, с вами был Александр Кузьмин. Жду ваших лайков, комментариях, подписок и желательно уже и донатов, потому что надо, стараюсь для вас. Пока-пока.